Как из такой маленькой машинки сделать очень хороший брелок? Ну, для начала нужно попытаться ее раскрутить, поскольку здесь, скорее всего, заклепки. Будем учиться. Так, и нам понадобится отвертка. Да, это скорее всего заклепка, ее нужно будет высверлить. Для того, чтобы высверлить, нам понадобится шуруповерт. И только после того, как мы сможем ее вскрыть, попытаемся сделать из нее отличный брелок. Заклепка, скорее всего, алюминиевая, потому что высверливается на ура. Возможно, даже дюралька. Высверливаем теперь второй. У нас точно вскрыто. Теперь более толстой нужно удалить саму шляпку. Тут самое главное не переборщить. Лучше, конечно, брать с винтами. Вот и вскрываем машинку. Теперь берем мелкое сверло снова. И нам нужно аккуратнейшим образом вот здесь просверлить. Далее берем фишку от поломанного зонтика и меряем ее. Она у нас 2,5, почти 3 миллиметра, а сверло у нас на 2 миллиметра. Нам еще нужно немножечко расточить данное отверстие. Переходим на более крупный размер. И аккуратненько рассверливаем. Возьмем на 4,5, чтобы у нас миллиметр был свободный ход. Теперь нам надо зачистить краешек
появившихся у нас здесь от стружки остатков. Вот такое отверстие получается. И в это отверстие будем вставлять данную шпильку, на которую будет потом крепиться цепочка. Ну и соответственно здесь теперь нам надо сделать упорчик. Оп. Подготавливаем нашу шпильку. Так, шпилька готова. Вставляем кольцо. Ну и вот так вот это выглядит. Крепление от ручки зонтика. Удаляем остатки. Оп, не так чуть-чуть. Вставляем стекло. Вставляем. Здесь у нас уже подготовлено, немножко почистить нужно будет. Брелок наш почти готов. Осталось только двумя винтами собрать его. И у нас будет рабочая машинка и плюс брелок. Собирать будем вот такими винтами. Один. Ну и соответственно второй. Так, винты надо поменьше или побольше утопить. А так, в принципе, машинка от Hot Wheels. Это у нас был Volkswagen Golf. Ну и, соответственно, его можно повесить как на ключи, так перецепить цепочку и повесить на рюкзак. Единственное, что здесь нужно болты немного утопить. Попробую перекрутить на другие потоньше со шляпкой. Ну а так, кому было интересно, как сделать
брелок для ключей. Вот один из вариантов. Можно также взять и повесить просто на рюкзак за S-образный карабин. И время от времени где-нибудь в Макдаке можно будет поиграться, ожидая очередной бургер, либо очередную какую-то вкусняшку. Всем пока. Вот, перекрутил на новые черные саморезы. И машинка стала ездить, потому что шляпки теперь не трутся о стол. Вот такая вот прикольная игрушка. Брелок.